В Бендерах на Ленинском микрорайоне есть магазин «Магия». Раньше это был кинотеатр «Космос», такой комплекс. И вот там под лестницей спрятался щенок. Все бы ничего, он никого не обижает, но он выходит из-под лестницы, испражняется на кафель, и уборщики магазинов на него жалуются, требуют его оттуда убрать. Насколько его оттуда убрать возможно, сейчас трудно сказать, потому что если он забегает вглубь, достать его практически невозможно. Вот то, куда я сейчас достал, это кончик моей руки, на которой телефон. То есть я залез настолько глубоко, насколько позволяло мне мое худое тело, сбросив куртку, естественно. И вот я дотянулся, куда я дотянулся рукой, чтобы заглянуть на 180 градусов назад. То есть я добираюсь до тупика, потом поворачиваю камеру на 180 градусов назад и вижу вот такой вот ход, и там светится два глаза. Единственный вариант его оттуда выманить – это поставить какую-то коробку возле входа. И когда замечен он будет в нескольких метрах от входа, потому что за какой-то едой ему уже нужно выходить, быстренько этой коробкой перекрыть вход. И вот тогда на открытой местности есть какой-то шанс его поймать. А так на этой глубине он в полной защите. И я очень надеюсь, что уборщики немножко потерпят, не будут предпринимать никаких нечеловеческих мер и дадут возможность кураторам этого щенка отловить.